Я уверяю вас, наша работа будет плодотворна, эффективна и, самое главное, направлена на развитие и повышение образованности наших с вами студентов. То есть мы предоставляем открытый доступ ко всем нормативно-правовым актам и не только ко всем нормативно-правовым актам, а также к информации правоприменительного характера, которую я уверяю, я сам когда-то был студентом, знаю, что это такое, владеть актуальной, достоверной, полной информацией, это дорого стоит, и вот благодаря тому, что мы будем работать с вами, мы будем повышать уровень наших студентов. Ну и уверяю вас, много мероприятий ждет нас в развитии повышения уровня образованности нашей страны и выхода на новый уровень. Большое спасибо всем. Спасибо.